Ой-ой. Так, Василий Николаевич, ой. Ты видишь, я прочищаю. Здесь маленький кирпичик будет выступать. Ну. И ты на этот кирпичик, обращай внимание. Ну, ясно дело. Замазывать будешь. Смотри, ну, сколько опять открыли. Ясно дело. Дядя Вова-то, смотри, куда лазил у тебя. Ой-ой-ой. Где же она будет гореть? О! Где же она топиться бы стала? И так, как сажа дела. Теперь меня надо стирать будет совершенно всего. А ты туда ушел, надо было оттуда бы бумажку бросить или камушек. Упал он сюда бы или нет? Тогда бы мы знали, что в трубе нету нигде запора. Но у меня там в мягкое упиралось. В мягкое, это значит сажа. Вот она. Пожалуйста. Если бы она печь была стандартная, да, мы бы ее давно прочистили. А то они делали как самострел. Поэтому лучший минер не может разминировать, который сами делали это, придуманное самопал. Ему не преподавали. Он никакой самопал конструкции не знает, которая, но сделал, что... И вот взорвался какой в Москве, считал там майор какой-то. Я не знаю, почему мне жалко специалистов таких. Ну вот тут идет туда. Пойди сейчас в челюсть-то получится. Ну я садился, что тут надо было проскрести. А глина-то она маловато будет, надо еще развести. Конечно, надо еще разводить. Разводи вон глину, насыпай. Комки только убери. Все, тут ты держите. Все, стоите. Давайте кирпичи сейчас вставлять надо. Все, давай. Да нет, ты их не разламывай, просто убери сторонку. Это долгое да время. Насыпай сюда мелочь. Так, Василий Николаевич, давай сейчас вот так вот. Вот сюда залезь на этот стул. Вот сюда, на стул. Я не сюда брать. Давай сюда. Сюда руку просунешь, смотри. У тебя веник есть, нет? Да, есть. А ну-ка дай, посмотрим. Потому что там надо поламать еще одну вот такую вот, здесь. Ну, можно ее сместить. Маленький не надо. Да, маленький надо. Маленький. Это большой. Разведу. Ты потом все подметешь, замоешь тут. Так, лезь туда. Это маленькая, маленькая, короткая ручка. Это без света. Я положу. Вот эту вот залезь туда. Туда просунь. Вот сюда вот. Вот. Туда. Вот здесь. И там постарайся что-то вытащить. Смотри, сколько тазик опять подобрали. А это на духовке? На духовкой. Это на духовке вот. На духовкой, на духовкой. Ну вот, духовка сама. Ну да, если можешь, там, потащи на эту сторону. На эту сторону. На, к себе туда потащи. Иначе надо пробивать еще одно окно, но мне... Она и так печка-то вся развалена. А вниз ее сбрасывать... Не надо? Нет, к себе лучше притянуть, а то там может забить опять. А много нет там? Есть. Ну что сделать-то, вытаскивай. Вот так вот ее к себе, раз. К себе маленько, попытайся. Просто сдернуть ее. Ну да, сдерни просто, просто. Если бы была маленькая клюка, было бы здорово, но это большая клюка, она не даст ему туда. А вот одна клюка-то, видишь, у него ручка наставная. А совком? А нет, она не залезет. Совок тоже не залезет? Рано заделали, туда нападало. Ну давай, давай, держи, я сейчас вытащу все. Рано, нам это ничего не стоит, это все в нашей власти. Давай, толкай. С духовки столкни. На тебя? Не туда толкай, туда. На меня. Можно и туда толкать, можно, на. Попробуй вот этой вот. Да, сюда сброшу. Давай сбрасывай. Сюда или туда? А то я зачем открыл-то? Ты же сказал, там будет, я открыл. Я открыл, ты сразу попятил. Не, ну она забилась. Он... Нет уж, если сказал, я сделал, давай толкай сюда. Тогда тебе удобнее будет. Ничего не падает, Вась. Из стороны в сторону размотай. Ну ладно, вылазь.
она ничего не падает. Все, закрываем. Давай, вытаскиваем все, закладываем дрова. Сейчас мы сколько здесь? 3 кирпича вставляем и поехали. Остальное он сам сделает. Уже затопит, дым пойдет. Выключи тогда. Так, чтобы не упал. Смотри, у него где флаг-то. Вот патриоты наши, смотри. Ой. Даже поясок. Это Сергей придумал. Вообще. Сергей придумал. Я российский флаг объясняю. Божественный. Не то, что патриоты. А что ты шарудишь ни туда, ни сюда? Что сейчас здесь вот делаешь? Так, рукой, ну ладно, рукой, есть дороги. Рукой. Ты по сторонам, вот так вот, проведи по сторонам, чтобы дорога была ему. Ну я рукой это... Ты по сторонам вот так сделай, чтобы Саша был, и она упадет. А частично протянет. Смотри, какая городьба. Так, все, вылез. Так надо ее сбросить. Ну сбрось. Палка мешала. Ну давай, давай. Тебе помыться надо тут будет. Вот и воды-то нагреешь. На новой печке. А как еще поступить? Ну ладно, вылазь, все, все. Все, закончили. Так оставлять-то не надо, я ее сброшу. Давай, вытаскивай оттуда. Видишь, что есть еще. А ты еще нашли. И она не топится, печка. Да какая печка? Грязью замажь глаза, что-то не смотрят. Если на лаги поставили... Да давай так... скорее, нам некогда. На работу Сергею Павловичу. На лаги печку поставили. Ты не оборвись на стуле, а смотри, как стоишь. Она отрутилась, и руку отломит тебя. Надо поддерживать ему. Вот это будет. Все, вылазь. Послушай меня. Я же оставлять-то не буду. Ну быстрее ты вытащи, там медленно как-то. Вот так возьми тебя на пару, то с голоду помрешь. Я один день почистил, отремонтировал 6 печей. 6 печей, ну мне было уже лет 35, наверное. Я вот так через порог как запнулся вечером, пришел, упал и не пошевелился до утра. А с нуля вот такие печи, ну не такой потолок, а там метра 3 от этой, от трубы на улице. 2 печи за день выкладывал, с котлом при том, с духовкой. Ну, это уже... А 6 печей почистили, они рядышком были, видимо? А подряд это... от предприятия там, бараки. Угу. Печи высокие такие. И, так. Ты там это, смотри, не вытащи, которые под ней. Подожди, ты что выбросил-то? Пару. Ну, ладно, все, власть, уходи. Так ее надо убрать. Убирать? Уберем этим... Клюкой. Все, уходи. Да клюкой не достань. Рукой так, хорошо. Хорошо рукой. Стащи его, тащи. Рукой хорошо. А вот на чем стояла, ты ее и сдвинул. Я и боялся этого. На чем духовка-то стоит, она упадет. Ну, больше ничего нету. И здесь мы прошли. Так, глину надо. Вон она, вон стоит. Мочи. Мне не мешайте, это не сорунку. Помидоры. Я вставлю вот здесь. Помоет. Водой полейте там. Он из бутылки. Не лезь ты, опять Сашу подтащил. Промывай, он не понимает. Я только подготовил место, а ты Сашу подтащил. Да чтоб не осталось Саши. Василий Николаевич, отойди, пожалуйста, сторонку. Лью. Сторонку отойди, я говорю. А я в стороне. А то я нечаянно... Глиной-то тебя и задену. Вот так, дальше не загоняй ее. Вот сюда надо маленькую щебенушку найди, вот сюда забей. Стоит вон, не один. Вон стоят, вон. Маленький кирпичик такой, клинышком. Чтобы она торчала. Чтобы видно было, что здесь вон, прочистка. Вон за стул. Да маленький. Вон за стул, вон. Да вон, под стул. Да не, вот он. Отсюда, вот сюда, вот там, там видно где. В глину обмакни и туда. В глину надо, в глину. Так. Где ты говорил, у тебя половинки кирпича? Принеси свои. Где они у тебя? А то мы из дома принесли. Вон в глину себе нужно обмакнуть. Смотри, вот. Принес я из дома, привезли. Глину.
Да так не делают, чтобы со своим кирпичом ехал сюда человек. Надо глину поставить ему, чтобы он мог брать. Со своим кирпичом. Так, вот мой хороший молоток, то весь грязный. Вот смотри, вот эти вот щебенушечки-то поставь. О, все. Да. Толстая, да? Толстая, надо еще. У меня наставили вот это мою одежду постирать. Я говорю, я в ней работаю. Постирать. Ну, постирали. Постирали только на то, чтобы я доехал. А дальше-то опять то же самое. О! Вот эту щебенушечку вот сюда вот. Обмахни сюда. Какая? Сюда, обмахни вот сюда. Сначала пример сухую. Зайдет она, нет? Ну, куда толща? Она не идет. Не идет. Так. Ну, давай, давай, я поколочу ее. Так, пойдем, да? Ладно. Давай. Или она все уже там расходит? Ну так положи, она же присохнет, это же она наглинет. И зачем вытащил ты ее? Вот так. Говорили обмакнуть, я не обмакнул. Да ты уже обмакнул ее. Нет, сухую. Ну каждый раз обмакивать надо. Я проверять не буду. Так, пускай плиту надевайте. Где она? Плиту надевайте. Какой она была по пропорции? Вверху, внизу, вперед, назад. У него еще вот эта решетка там стояла, надо сделать сперва. Надо его самого звать, он ушел опять. Брат Василий, поторопись! Он меня выдал здесь. Я говорю, в туалет еще не ходишь. Хожу. Я говорю, да там паутина затянута. Ну, потому что там не глубокая. Я говорю, как ходишь? А возле дома, говорит, да там вода, говорит, идет с крыши, смывает все в траву. Я не встречал такого. Ну, действительно, это непобедимый народ. Российский народ. Это Раша. Ее нельзя трогать. Любой бы в этом месте, он не знал, что делать. А это даже нужды нету. Я говорю, что, яблоки не убрал. Я на подножном корму. Сколько надо, съем и дальше. Потому что акриды и дикий мед это для него. Брат, зайди там надо эту плиту устанавливать. А что, кирпичи не нужны? Да уже почти за взяли уже. Так, давай кирпич. Целого не надо? Целый-то? Да нет, это ломать не надо. Собирай, как тут еще, что было? Че? Ну, плиту? Вот, да, плиту, да, да, плиту, да, да, плиту, да, да, да. Там решетку что-то ты ставил. Нет, сначала вот эту вот, Вась. Вот эту поставь, вот эту и вот эти вот. Калашник поставь. Да. Ставь плиту. Плиту ставьте, затоплять. А эти у тебя где вот стояли? Может, колосник, может, на этих стоял? Нет, это дополнительно у него. Колосник узкий, он сейчас эти положит еще сбоку и все. Сначала, может быть, вот эти положить, а сверху колосник. Там он узкий колосник, вот я надставляю. Подожди-ка. Там вот это правда другой кирпич, может не подойти. Не пойдет. Хотя можно было бы поколотить.
Сверху закладывает. Фу-фу-фу. Разные щебеночки вот такие мне. Подбери там денег еще. Поищи. Закрывайте и начинайте готовить, затоплять. Там надо же глину положить, чтобы... или не надо на глину? Смотри сюда. Это может на глину помазать, Игнатий Тихонович. А, здесь-то глину может надо? Ну да, глину маленько. Убирай. Чтоб дыма не было. Здесь не будет себя отдельно готовить, он потом сделает это. Сейчас не трогать глину. Нам подготовить, чтобы затопить можно. Все, брат, вторую клади. Половинку. Она сейчас будет сюда дымить. Сразу глину положить, да и все. Но он подмажет потом. Нету глины, то сделайте глину. Сделайте, пожалуйста. Где она? Вон она глина. Разводите. Давай. Да он сделает это. Да ладно. Вопросов-то вообще никаких и не надо ставить. Сразу брать и сделать. Да почему? Ждать, почему? Остынет, он потом сделает все это. А мелочи все. И вот это все здесь глину помажешь, ничего не колоти, слышишь? Ну? Ничего не подколачивай, только пальцем так вот проведи с глиной и замажешь. Мы с трудом нашли, где какие каналы. Она самодельная, это не печник делал-то. Так ясно дело. А? Да ясно дело, на лаги положили вообще. Пол вот так на, вот. На лаги, так ты подохни пол. Теперь под лаги-то. Там кратом и подними, и сделай. У меня тоже так же. И делали при том сами. Пол, видишь, как бы. Нам и винить-то некого. Печки весь ушел. Так, ну затопляйте. Печка все провалилась. Затопляй. Ничего не могу сделать с вами. Красоты никакой нету. Вьюшку надо поставить. Нужна. Кого надо? Вьюшку затолкнуть. Ага. Где она? Вон, на окне. Иначе, значит, вьюшка вон она. На окне. А? На окне вьюшка. На окне что? Задвижка. Задвижка? Так а зачем она мне тут? Не, в трубу-то. Просто поставить. Все, больше не надо открывать. Когда топишь, не совсем не можно. Гляди. Так, все у меня. Пожалуйста. Так, инструмент собирай, вытаскивай ведра. Так, тебе глину, песок оставлять или не надо? Да, оставьте еще. Ну давай ведро тут, куда пересыпать. Тут много надо глины. Стой, а там еще ведро. Стой, это наше. У нас три ведра было. Три ведра, на. Надо бы на свое забрать. Вот это вот три наших ведра. Да. Куда теперь высыпать тебе песок, глину? Ну здесь вот возьмите. Вот, здесь. Да какую посуду там? Посуду сухую, дайте сюда. Вон там эти всякие. Ну, все оставляют тебе кирпичи, там на улице висок и глина. И воды тебе привезли горячие. Горячие накрыли. Вот оно. Вот видишь, бутылки, банки лежат под водой. Вот оно. Они все еще теплые. Так, все. Ну, маленько поскорее, ты даже ничего не положи. Так отойди, я займусь. Он не затопит. Нам не уехать. Так, на, почисти молоток. Газетку надо. Смотри, на нашу. Или бумагу какую-то. Газета.
Слышишь? Под глину-то пойдет. Отсыпай, глина пойдет. Вот это вот, на, наше, положи. Так, отойди сюда, я буду затоплять. Сюда. Ты на одном месте стоишь, да, затоплял. Положил только раз и все. А что мало-то? Неси дрова. А бумагу, Сергей, дай там. Дай бумагу. Дневник, правила сеней, обрезки винограда. А ты обрезал по этому, по дневнику? Ну, мало, еще давай. Я ближе к рыбалке. А ты еще виноград не обрезываешь-то? Да я не это. А почему в землю не закапываешь? Я рыбак. А мороза то еще не закапываешь? Рыбак, где рыба? А? Еще рыба это угости. Да, рыбу пока на, это, на медную удочку. А ты рыбачишь, что покажи? Пока на медную удочку. Ну, все, на канитель я, а я чем не люблю так рыбачить. Так рыбачить не люблю. Канитель это... Так, дрова-то какие-то милые, милушки, смотри. А вон это щепки, щепки, вот они. Щепки. Ну, прежде чем щепки-то надо сделать колодец. Ты как топишь-то неправильно. Ну я тоже делаю колодец. Ну колодец делаешь, так а что тогда? О, это надо помазать. Сказал счет. Так ты это еще не сказал, надо было сразу закрепить. Да глиной замажу. Не знаю. Я такого не встречал. Так, давай щепочку. Да они под ногами. Вот это вот, да? Под ногами щепки. Вот это вот. Под ногами у вас. Вот это вот, да? Ну. Давай. Сейчас мы. Спички-то есть у тебя или нет? А вот они перед носом. Перед носом, где? А вот они, с левой стороны. О. Так. Ну давай. Натопляем. Господи, благослови. С Богом. С Богом. Василий, ты зимой-то тут не будешь. Опять к Сергею прибьешься. Да ну. А? Ну его. Нет. Да, перетерплю. Да ты что терпеть-то? Копи хорошо, замазывай, пенопласты там вставляй. Теперь опыт есть. Господи, благослови их. Опыт зимовки есть. А? С Богом? Опыт зимовки есть. С Богом. С Богом. Опыт есть уже у тебя, да? Но. Сопли морозить. Они у тебя еще есть? А вот. Да хочу, они сырые-то. Так, на, куда-нибудь положи, чтобы не потратить. Да не надо, не лезь, тут я разберусь. Что задавишь? Хорошая книжечка эта вот. Как виноград, правильно все. А ты ее отдал на растопку. Да я этим не занимаюсь. Ну, как я рыбак не с удовольствием здесь. Рыбалку. Так а ты рыбу-то разводил бы и ловил. Ну, пруд, я, медную... рядом себе выкопай маленький. Пока на медную удочку. Маленький пруд. Удочку. Что значит на медную удочку? Ну, в магазине на меде. Так. Ой-ой-ой, смотри, что делается. Ну, у тебя же пожар будет. А что ты ее не сделаешь? Я подпираю ее. Нет, ты вот сюда вот вытащи маленько, наклони. Проволоку туда возьми, подогни ее. И туда дальше заложи под плиту. На гвоздь там и между кирпичами. Это тебе уже не сделать, да? Да, подопру. У нее вверху вот здесь вот есть маленькие отверстия. И туда проволоку, вот она такая проволока. Кверху загни, чтобы было, а потом туда подтяни ее и под этот верхний ряд можно снять. И туда загони, она будет ее держать. А тут сделай железную подпорку. Она у вас потухла? Потухла? Да ты что? Потухла? Нет, нет. А поддувало прикрыть надо. А, горит, надо. Горит. Так горит маленько. Поддувало прикрыть. Ну, подожди, ты из поддувала-то все выгреб, все нормально. Что потухла-то? Она не потухла. Она просто аккуратненько горит, потихоньку. Я не слышно.
Так, чем-то поддувало прикрой. Подпираешь надо с чем-то, дай какую-то вещь. Поддувало прикрой. О, а то задымило. Сейчас, все сюда. Так. Надо замазать. Так, хорошо. Да, Даша, давай, подпереть надо. Да, это мелочь. Подпереть дверку надо чем-то. Ну не деревяшка же, ты что делаешь? Она как огонь красная-то. Тут мы не... Тут мы не, за, не... Пока нечего. Сюда-то давай маленько глины подмажем, под плиту. Там огонь-то, вон, видишь как? Надо ее развести. А ее нету, да? Ну и не надо, она так сейчас протянет. Ты понял, что надо сделать? Когда прогорит, вот здесь вот, а везде проложишь глину. И на глину положишь плиту. У нас глины нету разведенной, а нам уже некогда. Так, все, вытаскивайте ведра. Вот ведро, брат, еще. Посмотри там здесь. Вверху. Так, это мои рукавицы вот эти. А это мой... Аппарат. Аппарат, это твой. Еще не забыть. Так, облепиху уберем. Перчатки. Иди на с улицы, покажи огонь. Дым-то идет. Вот так. Ну, сюда не идет. Я... А? Во. Ну, это подымли, потому что дым-то не подложили сюда. Смотри, подоспит туда. Дай-ка я посмотрю, дымок. Ну вон. Идет. Слава Богу. С Божьей помощью добились все-таки. Железный какой, крюкой подпирай, не деревяшкой. Слышишь, нет? Так, да. У вас тут все это в саже. А? Тут все в саже у вас. Ну и что же? Я домой поеду, помоюсь. А? Наоборот надо, брат. Наоборот. Не, что ты делаешь-то? Нет. Ты что их забил-то? Они же потом плохо выжил. Немного. Кого немного-то? Ты знаешь, оно потом плохо сворачивает. Надо. Алло! Иди сюда. Иди сюда, подойди. Брат, а ты ведра-то захвати. Повернись назад. Посмотри. Да я видел, я показывал уже. Ну что? Ну идет дым. Идет дым, все закончено. Теперь там подмажешь только под плиту, у нас раствора нету. Ну, мы поехали, благословляй нас. А с Богом. Давай за себя заботься, вот это все перекали и просуши около печки. Дрова начинай колоть, а там что под этим, уголь? Да это, песок со щеблем. Песок со щеблем. Наши ведра? Да. Ага. Все, пошли мы. С Богом. С Богом. Мне еще там надо залазить. Воду. Ванну. Здесь дорогу поснимай, Володя. Да-да. Наша веревка. А ты свои-то веревки тебе отдай нам, большие веревки-то. Мы отдадим, там будут хоть коз привязывать, Алеша. Да я говорю, это там они с гвоздями. Мы вытащим это гвозди. Сели за это, за диван. Ну да, ну оставь, а крупную, большую дай, отдай нам. Мы они пошли... мелкие, не, небольшие. Да пускай это у него. Обрезки. Ну ладно тогда. А обрезками. У Алеши козы, я думал, привязывать. А они обрезками. Посмотри. Ну.
Дай-ка, Санька, сюда. Ну, так прочистим. На фоне дыма сфотографируй нас. Благослови вас, Христос. Видишь, как он нас благословляет. Ну, слава Богу, сделали все. Я, говорит, упачкался маленько, да? Да ничего. Работа. Ты меня узнаешь. Чисто, не гладко. Вот сейчас фотографию сделаю. Все. А слава Божию. Вот так, Сергей Павлович, давай, вези нас домой. Слава Господу. Спасибо вас, Христос. Слава Христу. Вот сейчас у нас время 27 минут 12. Сильнее дым идет. Ну так разгорается. Разгорается. Теперь руби дрова, везде за плотные двери запирай. Двойные окна ставь. И там, где можно... Да как окна, они поставлены, пластиковые. Ну я не знаю, я просто так тебе сказал. Короче, сам посмотри, чтобы у тебя утечки тепла не было. Лучше было бы, если ты машину угля выписал. Окна пластиковые. Машину угля. А дрова? Да не, я углем угорю еще. Ну ладно. Дрова. А если тебя здесь не будет, бросить, тебя где искать, на вокзале? Нет, я не брошу. Из тепла я куда пойду? Ну так дрова-то сожжешь. А потом... Тепло загнали. Нет, только начало еще. Надо дров много. А ну главное сажу выгреть. Уголь, а до угля много. Все, вытаскивай, замазывай. Нигде ничего, кирпичи, которые я поставил, не колоти. Но... Они выпирают, и видно теперь, где очистить. Ну так а мне зачем колотить теперь? Я тебе сказал. Поколотили, хватит. Я не знаю зачем. Поколотили, хватит. Смотри, чтобы где у тебя колосники, чтобы туда не проваливался. Ну. Иначе там забьется быстро сразу. Ну. Так, поехали. Пойдемте, руки помоем. Я не пойду. Ну, помой. Не пойду, поехали, у тебя руки чистые. А что ты из бутылки? Мы вымоемся. Брат, из бутылки полить, да и все. Ты же с собой взял бы. Там, вы там оставили, ну ладно. Да? Да. А теплой водой прикрытая какая-то тряпка, не наша? Это наша, я забрал. Все, поехали. Все. Ага, с Богом. С Богом, брат. С Богом. Давай, молись, чтобы Господь укреплял. Вверху маленький гробик стоит. Гробик. На восток помолим. Во имя Отца и Сына, и так от Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй меня грешного. Аминь. Аминь. Ну все, с Богом. Ага, с Богом. Слава Христу. Аллилуйя.